Добрый день, мои дорогие друзья. Снова я приехала со своей почты. Получила посылочку с гейхерами. Вот. Вот такой фирмы. Green Market. Вот здесь у меня получается 4 гейхеры. И одна купальница Алабастер. Посмотрим, что это за купальница. А эти все коробочки, посмотрите, какая шикарная упаковка, были большой-большой коробки. Но, конечно, я же не буду тащить через весь Киев большущую коробку. Я, естественно, ее распечатала, но сами коробочки эти не раскрывала, потому что мне надо было ехать ревитранс на пересадку делать. Вот я их и привезла сюда, мы сейчас с вами ее распечатаем. Приготовила маркеры, приготовила уже таблички, чтобы подписывать. И покажу, что же тут у нас лежит. Буду нажимать на паузу. Но сегодня воскресенье, вы же видите, над головой у меня парашютисты сейчас будут прыгать. Раскрыла коробочки со всех сторон. Видите, как они лежат? Они лежат тылом. Значит, вот так, не, и с той стороны, и с этой стороны, вот они с двух сторон запечатанные, лежат друг к другу лицом. Сейчас будем вынимать потихонечку. Первую я достала, она одна лежала. Forever Purple. Вот так, смотрите, как приходят шикарно гейхеры из фирмы Green Market. Потому что перед этим я получала мегасад. Они мертвые. Я им рекламацию посылала и фотографии. Они мне прислали вторую. Я ее посадила сразу же и совсем умерла. Без листиков. А это вот такая вот прекрасная. Это одна Forever Purple. Сейчас посмотрим, что же дальше. Ребята, ну вот. Распечатала я свои гейхеры. Посмотрите, шикарная упаковка, шикарная. Чуть-чуть только рассыпалась земля. Рассказать, кто есть кто? Ну, вот это моя любимая зиппер, которую я несколько лет уже выращивала. Но она была выращена из торфяной таблетки, и она, естественно, не пережила зиму. Вот, это у меня сейчас, я вам скажу, кто есть кто. Шоколад Раффлс. Вот она, шоколад Раффлс. Вот, ну, может быть, я неправильно читаю, но так приблизительно, так и с английского понимаю. Ну, и вот это красота, красота. Сейчас скажу, кто есть кто. Так, 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 читаем тут, где же ее имя. Ой, ох, 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 так, 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 ребятишки, тут и звонки. Так, кто у меня тут? Это Мигнайт Баю. Это новинка, поэтому я даже и не знаю, как ее правильно прочитать. Ну, а это, я испугалась, что это я заказала так какую-то гейхеру, и она пришла вот в таком виде. Когда присмотрелась, это, оказывается, купальница. Но с купальницей проблем не будет. Видите, сейчас я сниму ее крышечку, и у нее там листики, высадим ее в землю, и она пойдет в рост. Вот такие ребятишки, это фирма Мега Green Market. Green Market, значит, с ними можно работать. В прекрасном состоянии пришли растения. Распечатала и предъявляю. Ну, сейчас пасмурно. Видите, вон, когда пасмурно, вот такой они имеют цвет. Ну, ребята, вообще красотень. Красотень. Особенно моя любимая зиппер, которую я давно о ней мечтала. Я уже думаю, что я никогда ее не выращу. Ну, шикарно пришла. Шикарно пришли растюшечки, шикарно. Сейчас еще вам покажу заодно, что я вчера еще прикупила. Вот продолжаю вас знакомить со своими новинками. Почему я волновалась, что у меня не хватит пенсии? Потому что бабушка остановилась возле стенда с гейхерами. Гейхеры такие я выписывала в прошлом году, показывала вам. Даже в посылке приходили вот такие красовенные, большие и красивые. Вот, смотрите, посылка пришла тоже неплохая, неплохая.
Но, а это я в прошлом году получала вот такую, а в этом встретилась с девочками просто на этой выставке. Мы с ними знакомы уже по Фейсбуку, переписываемся, комментарии делаем. И вот я у них купила совершенно новинки, которых я даже у них не видела. Читаю. Гранд Аметист. Вот такая. Сейчас она пурпурно-фиолетовая. Похожа на вот эту. Вот они. Видите, что я перед этим вам показывала? Ну, они совершенно разные. Форма листика разная. Это с зубчиками. Так, теперь вот это. Это красота моя. Джингер Алле. Смотрите. Ну, даже попробуйте определить ее цвет. Кофе с молоком. Разводы на листьях. Видно каждую прожилочку. Видите, сколько на одном кусте расцветок. И зеленая, и салатовая, и рыженькая. Вот новинка идет листик. Видите, вот как гехеры, хамелеоны меняют свои расцветки с самого дня весны и осенью, и выходят из зимы точно так же. Так, вот эта красота. Это уже вторая похожая. Одну я купила на руках без названия. Это Silver Gum Drop. Silver Gum Drop, ребята. Не знаю я, так, как вам читать. Вот, Silver Джим или гум, гум дроп. Вот такая она получается серенькая. Видите, все они такие яркие-яркие-яркие. У меня красные, зеленые, лаймовые и так далее. А это серенькая. Вот у меня это вторая серенькая. Одну уже я посадила. Буду проходить, делать видео о гехерах. И я вам ее покажу отдельно. Теперь вот это еще новая. Так, сейчас читаю. Рекс Лайм. По-моему, это будет белыми цветами. Короче, посмотрим, ребята. Тоже еще много зависит от того, каким цветом цветут гехеры. У меня есть зеленые, они цветут красным цветом. Лаймовые цветут белым цветом. Вот этот Рекс Лайм, она темный цвет. И первый лист идет салатовый. Вот. А цветок я, честно говоря, еще не знаю. Посмотрим. Вот это тоже. Вот такая огроменная. Лайм Свизли. Вот она уже стоит и с бутончиками. Посмотрим, что бутончики. Ну, и теперь же буду их выискивать, как, куда садить. Ну, и как можно было пройти мимо вот этой красавицы. Ребята, и прочитала на общей... На общем стенде ее название, себе не записала, рассчитывала на то, что она подписана. Она оказалась не подписана. И сейчас буду я искать ее имя, кто есть кто. А теперь посмотрите на вот это приобретение и как от них отказаться. Я говорю, гейхеры – это украшение сада. Они заменяют все растения, они зимуют без проблем. Ну, через 4 года надо делить, они размножаются прекрасно. Ну, бывают выпады, ну, как при всех в жизни. Все ж бывает, и бывает, умирает, бывает болезненно, всякое бывает в жизни. Надо к этому привыкать, терять. Я когда-то прочитала, что научитесь терять. Вот теперь я, когда теряю растение, я знаю, что на место этого растения придет новое растение, и не хуже, а может и лучше. Вот так вот, ребятушка. Вот от зипера я не отказалась. Я его влюбилась давно в них. И вот он, зипер, видите, какой красный. Так что это те, которые новинки еще не высажены. А то, что у меня растет, ребята, это вам не хватит и полчаса рассматривать. Ну вот еще прихвачу одну секундочку, что я еще купила. Вот в этом видео покажу вам еще калеусы или колеусы. Посмотрите, стоит ли их вот мучиться, высевать на рассаду. Посмотрите, я пришла. Ну, это мизер деньги. Это я знаю, если по гривням, я вам рассказываю, 15 гривен. Вот побольше 15, поменьше вообще 10 гривен. Это вообще надарма, понимаете? Если у нас проездной билет в транспорте 8 гривен, в маршрутке и в автобусе, а колеса 10 гривен, это считайте, что ничего. Вот, я
просто думала только из-за того, что они будут занимать место, думала, куда их посадить. У меня же тут все спланировано. Ну вот рассчитала на то, что выкопаю тюльпаны на дорожке, и все равно надо менять, и посажу колеусы. Вот так. Я думаю, что вам тоже понравится вот эта красота. Покажу, как у меня получится композиции с них. Вот, нельзя было удержаться, я просто купила этих вот одну штуку, а этих уже догадалась, купила два. Просто боялась после того, что я купила сколько много гейхер, и думала, что мне просто не хватит денег. А потом оказывается, что у меня еще были деньги. Ну, это далеко было ехать, у меня очень далеко было, я выставка была за пределами города, и надо было ехать очень с пересадками. Вот так вот. До свидания, мои дорогие друзья. Ждем дождика. Вот вам напоследок вот этот красивенный мой сад. Доцветает камасия, которую я не успела снять. Она уже вон доцветает синяя и будет зацветать белая. Вот деревовидный пион вот этот огромный 2х2. Я уже отдельно сняла видео. Еще цветут морозники. Скоро будет ириса. Ну, в общем, вот такая красота сейчас в саду. Вот вынесла на улицу эвкомисы. Видите, вот они растут. Посадила в горшочки я георгины. Придумала, чтобы не закапывать. Нету места. Дочка сделала газон из того места, где я всегда закапывала георгинки. Ну вот, вот такие вот у нас делишки. Заходите, ребята, в гости. Спрашивайте, буду вам рассказывать. Спрашивайте, вопросы задавайте, кого что интересует. До свидания, дорогие мои друзья, до свидания.